Обязательно вот так вот отстреливать всех нафиг. Еще рука души края. Чтобы самое я не понимаю, каким пользоваться. Зачем я вообще его взял? И еще броню, которая защищает. Так. Даже посмотрите, ее не. Сейчас не делаю сюда комплект. Я почти защищаю половину брони. Итак, давайте начнем. По-моему, с вот этих вот золотые яблочки. Отлично, как раз подойдите. Так, это лаки. Там были просто ненужные вещи. Так, опять какая-то фигня выпала, вообще ни в какую тему мне не будет. Вот эндер жемчуг мне пригодится. Вот эта вся фигня не пригодится. Знаете почему? Потому что это просто фигня, которую никто не использует в обычном Майнкрафте. Окей. Давайте ломаем дальше. Это у нас тортик. Еще раз.
кто теперь в этом Майнкрафте? Посмотри, что он мне дал. Он мне дал дофига эффектов. Дофига сердечек. Так, железный поножи, яблоки, ну, посмотрите, что он мне дал. Я теперь самый крутой. Вот. Меч. Острота один. У тебя поменяю, что там есть. Там, поэтому никакого внимания. Так, звезда Энда пригодится. Здравствуйте. Это вообще что такое? Знаете, что я сделала? Пока что так я сказал, положу пока сюда это. И мы просто с вами наденем джетпак. Знаете, джетпак это самая крутая штука в Майнкрафте, которую с помощью модов можно установить. Ссылка будет в описании на эти моды. Поэтому не обращайте на это никакого внимания. Так, где у меня этот дурацкий джетпак? Вот он. Только это кислородные паки. Пушковый ранец. И еще там что-то должно быть. Там должен быть обычный ранец. Вот он. Мне достаточно 4. Так, одеваем. И, в принципе, все готово. Сложим пока что все эти ранцы сюда. Дальше у меня вообще ничего не влезет. И включим гейм-мод. Все, отлично. Потом дальше ломать такие блоки. И, в принципе, не обращает никакого внимания. Зарядим нашу крутую винтовочку. Подожди.
Huh?